Здравствуйте. Если вчера мы, например, находились в Грузии, то сегодня мы трансцендентировались в Канаду. Потому что мы люди, не признающие ни границ, ни социальных систем. Мы просто сыновья Божьи. Нам не нужны ни паспорта, ни все прочие атрибуты социальных систем государственных. То есть сегодня мы там, вчера мы там, сегодня мы здесь. Мы можем перемещаться как астральное тело по времени и пространстве. Что мы сделали? И вот посмотрите на природу, на красоты нашей Британской Колумбии. Я бы не сказал, что мы так далеко от Ванкувера. Может быть, в 100 километров. Побольше, наверное, да? Побольше. 150 километров. А теперь я называю километров. Потому что у меня друзей много испаноязычных. Они километров называют. Вот, но природа здесь первозданная. Люди живут натуральным хозяйством. Они выращивают здесь на фермах все. И скот, и овощи, фрукты. То есть живут полноправной, полноценной жизнью, так как создала их мать природа. Не отравленные. Их сознание не отравлено, экология не отравлена. Гадостью цивилизации. Вот. Ну, вот такие мои мнения о том, о преимуществах жизни в таких странах, как Канада, например. Правильно? Да. Что по этому поводу думает наш Вася? У тебя есть твое астральное тело? Куда оно перемещается сейчас? Ну-ка, помедитируй. Непонятно, куда она перемещается. Сейчас я пойду купаться, Михаил, и ты серьезно? Покажешь, да, покажешь сюжет людям, как русские люди входят в единение с Тихим океаном, хорошо, общаясь с ним и говорят: «Здравствуй, океан». Есть.